Это снова я, Полина, и в этом видео я хочу рассказать вам о еще одном подарке на день рождения, который мне недавно подарила моя подруга. Она не смогла быть в Москве непосредственно на день рождения, но вот она прилетела в Москву и привезла мне подарок. Он невероятный. Это просто такой кладезь счастья, радости, маленьких приятности, что не поделиться эмоциями, полученными благодаря этому подарку, невозможно. И вам всем это очень понравится. Большинство из косметики, которая там... А это косметика, я уже проговорилась. Большинство из косметики, которая там в этом ящике лежит, я никогда не пользовалась, даже не слышала об этом. И она просто пошла в большой торговый центр в своем городе и попросила в каждом углу, в каждом corner, так называемом, предоставить ей лучший продукт, представляемый этой фирмой. И каждая консультант из своего отдела выбирала самый-самый лучший продукт, самый популярный, самый известный. Ну так вот, продолжим смотреть. Начнем смотреть. Все это вот в такой вот замечательной коробке с магнитной стенкой. Там такая вот милая открытка с девочкой. И ворох этой чудесного цвета розовой бумаги. Такой вот огромный набор всяких гудис. Всяких замечательных полезных штучек. И я с тех пор, как получила этот подарок, уже перебирала его, наверное, раз 6 вместе с Леркой. Лерка ковырялась, разбрасывала все в разные стороны. А я каждый раз как заново смотрела на эти коробочки. Вот что не дождусь, когда же я смогу этим всем начать пользоваться. И начнем мы с такой вот палетки от Bobbi Brown. Ты попробуй открой. Что там что-то написано? И там вот такие замечательные цвета на каждый день, которые я использую постоянно. И вот такой замечательный purple. Попробуем, не знаю, насколько он мне приживется. Но все остальные натуральные оттенки, конечно же, восхитительны. И они всегда пригодятся. Что еще? Это Dior. Dior Show Heat Curl. Это такой прибор, который закручивает реснички. Она его сама еще не пробовала, я его еще не открывала, мне даже страшно. Но, ну вот. Ой, не такой большой, как я думала. В наборчике батарейка, маленькая щеточка для ресничек и вот сам этот накручиватель для ресниц. Вот так он выглядит. Такая у него щеточка, и как-то им надо пользоваться. Я еще не пользовалась, не знаю. Когда попробую, расскажу. Вот это мне очень понравилось. И это тушь для ресниц от Guerlain. Вот она в таком вот флаконе. И маленькая кнопочка. А, вот она. В котором есть зеркальце. И сама тушь. Мне очень понравилась щеточка, мне кажется, очень аккуратная щеточка, и ресницы будут хорошо ей покрываться. Что хорошо в этом флакончике для туши, он неодноразовый. Ты выбираешь капсулу оттуда с тушью и меняешь ее. Покупаешь новую и вставляешь уже в приобретенную капсулу. И очень приятная тяжесть такая в руке. Мне очень понравилось. А Giorgio Armani Second Skin Nude Makeup с SF12. Тональник.
Мой любимый Шантыкай. Тени от Шантыкай. В отдельной коробочке оттенок. Очень красивый цвет такой. Яркий. А называется он Аква. Яркий морской цвет под названием Аква. Это вот такой вот от By Terry Touch Expert Advanced Anti-Cream Multi Concealer Brush. Она мне их подарила в двух оттенках. Один беж и другой ванила беж. Беж. Не пробовала, не знаю, сказать ничего пока не могу, но упаковка красивая. Так, это тоже. От Шантыкай. Моя любимая, она мне привезла бальзам для губ. Опять-таки Шантыкай. Бальзам для губ в баночке. Skin Brightening Serum. Сыворотка, осветляющая, придающая блеск, ну, glowing, сияющее лицо. Здоровое. От MAC. Не пробовала. Наносится на чистую кожу лица до крема. От Giorgio Armani Eyeliner Maestro. Ну, от которой у меня есть. О, и две. Черный Liquid. Liquid Eyeliner от Шантыкай в черном и в цвете индиго. Это который мои любимые, но она у меня уже почти закончилась. Так что Юлечка вовремя подоспела с подарком. Я так счастлива. Так. От Шантыкай какая-то палеточка. Такая вот палетка от Шантыкай в их обычном образе с такими тремя наборами румян. Чудный подарок. И, кстати, очень хорошая кисточка. Есть. Для румян она, конечно, не пойдет, но для тени я ее переделаю. Так, от Giorgio Armani She Blush. Сейчас посмотрим, что это. Такой вот карманчике. Открывается банка. И вот такие румяна со слегка перламутровым золотистым отблеском. Также от Шантыкай еще какие-то тени в цвете танзанит. Это что же за цвет, интересно? Я уже забыла. Вот такой вот фиолетово-сиреневый purple цвет. Очень нравится мне. Я вот тени Шантыкай отдельно баночках не покупала. Конечно, очень красивая упаковка. Мне нравится. Так. Вот бальзам какой-то для уменьшения появления пор. Наносится на кожу перед нанесением косметики декоративной. Такой вот Quickly Minimize the Appearance of Pores with Professional. Его надо наносить на чистую, слегка увлажненную кожу. Нанести на проблемные участки и втереть с помощью пальцев. Пудра для лица Giorgio Armani. И дальше мы прибегаем к тому, о чем я мечтала давно, потому что я слышала о ней несколько раз от профессиональных визажистов, но никак не могла нигде наткнуться, потому что в Америке она не продается, и эта косметика продается только, как мне сказала подруга, в Англии, Японии и Австралии. А именно это Шу Умера. Надеюсь, это так произносится. И вот это Eyelash Adhesive, это клей для ресниц. А вот и сами реснички. На такой бархатной полосочке наклеены маленькие реснички. И на кончике такой вот тканевые бабочки такие будут. И вот
что вот это, безусловно, очень классно. Это пучковые реснички, которые можно использовать чуть ли не каждый день в макияже. И палетка от Шоумера. Я слышала, что у них есть только кисти. И, ну, соответственно, догадывалась, что должны быть и реснички, но косметики я никогда не слышала. Вот такая вот красивая палетка из 4 цветов. По-моему, просто классно. Для весны, для лета. Замечательно. И рекламную продукцию они положили в коробку в магазине. Это какое-то средство для умывания 3 в 1. Cleansing oils. Такой вот продукт. Положили такую маленькую баночку. Я обязательно попробую. И что? Cleanser, то есть средство для умывания, очищения. И мейкап снимает. И мейкап с глаз снимает. И оставляет после этого кожу и мягкой, и увлажненной. И при этом не маслянистой. Как Грация написала об этом средстве: melts away makeup while moisturizing the skin in the process. Тает, косметика тает в процессе умывания, но при этом еще и увлажняет и питает кожу. Обязательно попробую. И король программы — это все остальные тоже гениальные вещи. Мне нечего о них сказать, кроме как... Но вот это просто восторг. Это кисти от Шоумера. И это невероятно. Я не пробовала кисти Sigma, как многие на YouTube их расхваливают. Ни разу не пробовала. Я пользуюсь кистями Шантекай и Мак. Ну и теми, которые мне попадутся нечаянно где-нибудь, если они мне нужны. Но вот это вот произведение искусства от Шоумера с кожаной рукояткой, она настолько мягкая. Мне кажется, что это кисть не для макияжа, а для, не знаю, для романтического вечера вдвоем. Вот эта вот кисть. Я ее вожу по коже и испытываю такое удовольствие. Вы не представляете. Каждый из них просто восхитительно. Я пока боюсь ими пользоваться, я даже не знаю. Не задумывалась над тем, какая кисть для чего нужно использовать, какую кисть для чего нужно использовать, но одно то, как они выглядят, как они, насколько они мягкие, насколько качественно и красиво выполнена сама кисть. Посмотрите, вот такой вот кожаный кейс, карман, пенал для этих кистей идет в наборе. Я надеюсь, что здесь... Да, и здесь... брошюрка с надписями, название кисти и для чего их использовать. Ну вот и все. Я рассказала вам об этом подарке. И он мне, безусловно, очень понравился. И я к тому, что после того, как я выложила видео с набором своей косметики, у меня там были ненужные мне тени, но они абсолютно новые, абсолютно свежие. И на следующий день я разослала их 4 девочкам. Поделила поровну, как мне показалось. Там по настроению сообщения я подобрала каждый набор цветов. Не знаю, насколько я угадала или нет. Но это я к тому, что поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Стоило мне поделиться вот этой косметикой. Хотя, вы знаете, наверное, каждый из вас бережет все, что у нее есть, потому что это ее, и... пофиг, что оно нужно, не нужно, но это же... А вдруг когда-нибудь понадобится, да? Но все равно вот взять так... Кому-то понравились эти тени больше, чем мне. Кому-то они принесут больше удовольствия, и они будут задействованы в каком-то событии, нежели просто валяться в ящике. Я к тому, что поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Стоило мне поделиться своей косметикой, и меня тут же привалило такое счастье. Ну... разве это не подтверждает то,
что надо всем делиться и получать удовольствие, радоваться и так далее. Надеюсь, вам понравилось это видео, я не вызвала никаких негативных эмоций. Мне, правда, хотелось с вами поделиться, потому что это все очень интересно. Ничем из этим, большинством из этих продуктов я никогда не пользовалась, даже и не слышала о них. И они, наверное, мне пригодятся, и я их буду использовать впоследствии. Желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья, много-много радости в вашей жизни, много приятных сюрпризов, подарков. И до новых встреч! Пока! И да, забыла. Юля, спасибо тебе большое. Это, не хочу сказать, самый лучший подарок, потому что я тогда вижу все остальные подарки. Но это нереально классный подарок. И это так интересно, ковыряться в этой коробке, рассматривать, думать, как я это буду использовать. Я теперь твоя огромная должница. Я даже не представляю, что такое я должна тебе подарить, чтобы доставить тебе столько же радости, сколько ты мне доставила. Огромное тебе за это спасибо. Ты просто the best, лучшая, и будь здорова. Желаю тебе много-много радости и счастья.